холле завода управления Мозырского нефтеперерабатывающего завода идут последние приготовления. До начала обеда, а это условно старт акции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, остаются считанные минуты. Актив Совета молодых работников поправляет фон, а это символ борьбы со СПИДом – красная лента. Здесь она из воздушных шаров. Ищет методом проб нужный выгодный ракурс для будущих фото и, конечно же, приглашает быть первым. Сегодня у нас на предприятии проводится акция с названием «Молодежь МНПЗ против СПИДа». Цель акции – это, конечно же, прежде всего привлечь внимание к такой проблеме, как распространение ВИЧ у нас в Мозырском районе. Вот приведены у нас на плакате статистические цифры, и они, конечно же, поражают. Мы изготовили такой вот символ Всемирного дня борьбы со СПИДом. Мы предлагаем всем нашим заводчанам выразить свою солидарность, сделать фотографию на фоне символа, разместить свою фотографию с хэштегом «Молодежь Мозырского НПЗ против СПИДа ВКонтакте» и автоматически стать участником розыгрыша, фотоконкурса и розыгрыша призов от профсоюзной организации. Уже через несколько минут первые фото были сброшены ВКонтакт. Были и эксклюзивные кадры. После личного примера генерального директора Виталия Павлова воздушный красный баннер почти не пустовал. Молодые люди из 14-го цеха большую часть обеденного перерыва посвятили фото. Пришли коллективно. Акцию «Молодежь НПЗ против СПИДа», проведенную таким образом, считают креативно и действительно молодежной. Дело в том, что завтра, 1 декабря, Всемирный день борьбы со СПИДом, это действительно серьезная проблема. Мы присоединяемся к этому, и это действительно чума 21 века. Мы как молодежь поддерживаем эту тему, мы за здоровый образ жизни активны. Кто станет обладателем ценного приза? Таких счастливчиков будет 3, а может и больше, ведь некоторые фото были групповые. Голосование будет длиться с 4 по 8 декабря. Награждение пройдет 11 декабря. Светлана Грудько, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь».